привет! Утро 13-го, понедельник. Мы с Ваней приехали на рыбалочку еще на одну. Ваня, скажи привет! Привет! Вот он там расположился за камышом рядом. Я здесь на таком мостике интересном. Только приехали, закинул просто удочку, уже две поклевки и две плотвички словил. Рассчитываем мы сегодня, конечно, на карасика больше. Надеемся, что он приплывет. Сегодня обещают теплую погоду. Мы приехали на мель. Будем сейчас пробовать ловить. Смотрим, должно быть интересно. Замешаем сегодня прикормочку чесночную в надежде на карасика. Посмотрим. Осталось в прошлой рыбалочке полпачки. Сейчас мы ее помешаем. Надежде. Эх, удочка уходит. Чего себе она придумала. Делали заброс. Сейчас чуть-чуть прикормим. О, поклевочка. О, плотвичка небольшая. Такую мы пока отпустим. Повесим три мотылика и будем забрасывать. Я и так глубину установил так, чтобы она на дне лежала приманка. И самое странное, что речка идет оттуда, ветер справа дует. А снастку все равно несет в правую сторону. Парадокс. Порывчики сегодня днем вообще до 17 метров передает. А это почти шквалистый ветер. О, притопило. Вот она. О, вот это уже плотва. Ничего себе. Вот это уже офигенная плотва. Круто. А заглотило. Ничего себе. Вот это да. Вот это уже попалась достойная плотвичка очень. Такая прямо в лед взяла, но заглотила очень глубоко, жадно. О, повела опять. Вот, еще одна. Но это мелкая совсем. Живцовый вариант. Такой нам не нужен. Ух ты! Плотва хорошая. На перловку. Ничего себе. Вот это да. Только забросил на перловку. Класс. Я уже сижу от бесклевья. Не знаю, на что ловить. Одел перловку. Ого. Но это что, окунь? Карась? Опа, есть. О, уже более-менее нормальная плотвичка. Не крупная, конечно, но так приятная. Вчера был тоже на рыбалке. Ездил, наверное, три водоема изъездил. И везде особо клёво нигде не было. Заехал на первый водоем в заливе. Половил плотвичек несколько. Но ветер был очень сильный. И клёв особого не было. Так, так повело. Вот такая плотвичка маленькая. А повела, как будто хороший крупняк клюнул. Вот. Совсем небольшая. Вот она, вот-вот-вот. Притопила. Хорошо, притопила. Непонятно, что-то не хотит. А вот, 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 вот. О, это уже более интересная плотвичка. Такая уже ладошечная. Вот поклевочка. Опа, ух ты. Ничего себе. Смотрите, друзья, крючок обломало. Вот это да. Хорошая была рыба.
Офигеть. Решила перебраться в другое место. Рыбку я отпущу пока. Кошки, я думаю, еще наловить успею. Вот таких вот плотвичек споймал. Вот такого плана ладошечных. Наверное, штучек 7, еще десяток маленьких отпустил. Поеду, попробую в другое место переехать. Я перебрался на второй водоем. А на втором водоеме какая-то гнилостная фигня со дна поднималась. Весь водоем тоже был в ней. Короче, лебеди плавали, хотели съесть поплавок. Так я толком и не половил там, потому что глубины нет. Рыба вроде бы должна быть, но клевать тоже не хотела. Короче, решил закинуть. И тут лебедь заинтересовался моим поплавком. Друг, не трожь поплавок. Говорю, не трожь. Кш. Это не тебе угощение. Отойди. Вот здесь вот на мели прям щучка стояла. Я ближе подошел, она как стартанула. Все, плыви. Дай мне рыбу попробовать словить. О, закидываю. Видно, приучили, хлеб бросает. Или что? Думает, что это еда ему. Друг, иди, не мешай. В итоге вчера рыбалка получилась не очень хорошая. Ух, хорошая плотва на на червяка. Ничего себе. Вот это плотва. Заглотила опять глубоко. О, круто. Блин, на червяка даже такие вот не сильно крупные клюют. О. Сегодняшняя плотва. Вот плотвичка-то нормальная попалась. Такая вот. Тоже интересней. О, вот это уже. Вот это уже хорошая плотва. Ухо-хо-хо. Такая красивая. Смотрите. Вот это уже солидная плотка. Красивая. О, такая достойная плотвичка. Клюнула. И не попал в садок. Все, плотвичке заранее свобода была обеспечена. Ну вот, как показала практика, два мотылика работают безотказно. Что-то притопило. Опа, есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Сорвалась. Вот такую вот клейку словил за верхний плавник. Не знаю как то получилось, но споймал. Опа, о. Вот такая чуть-чуть уже покрупнее
прогунистая какая-то такая интересная, вытянутая. И эту я промахнулся в садок. Хотя вон она болтается. Не может выбраться. Короче, увидел, местный ловит на дальний заброс. Решил и я забросить. Забросил, что-то поплавок не встает. И лежу, уже плотва сидит. Одна секунда прошла буквально. Пока стоит удочка на дальний заброс, перевяжу на маховый поводок на 008 леске, 18 крючок, потому что очень, конечно, привередливая рыба стала. Сейчас попробуем на тонкий крючок это все связать. Понравилось мне вязать крючковязом и петлевязом. Такая 0,8 лесочка. Тонкая. Очень просто. Быстро вязать. Еще, конечно, увидел электронный петлевяз. Там вообще прикольная штука. Главное смочить, чтобы узлы. О, что-то притопило. О, да. Хорошая плотвичка. Вот, на перловочку позарилась. Не самая крупная, но приятно. Что, друзья, пришел вечер. Будем потихо собираться. Сейчас достанем улов. Посмотрим. Ну, немножко поймать удалось. Не очень много. В основном все отпускал. Ну, чуть-чуть поймал. Плоточка в большей степени мелкая. Ждали, конечно, карася, но карась к нам не приплыл. Но удалось вот такую вот трофейную плотвичку поймать. В основном такие хорошие были. Такая вот плотва. Неплохая есть плотка, но это прям вообще зачет. Вот такие, если б клевали, было вообще круто. Блин, ветер сильный поднимается. Вот на таком, Ване, интересном мостике ловил. Там он весь шатается, ходит. У него такой стулик персональный. Больный. Интересный. С собой забрал. Ну, вот столько мелочи. Рыбки наловил. Мы эту рыбку сейчас всю практически отпустим, возьмем. Ох, ветер какой! Офигеть! Возьмем кошки чуть-чуть. Ну и, в принципе, все. Отловились более-менее неплохо по такой погоде. Конечно, погода оставляет желать лучшего. Но, по крайней мере, тепло. Если было еще холодно, замерзли бы вообще в край. А так немножко половили, отдохнули, и это хорошо. Все, спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте подписываться. Всем пока. До новых встреч. Пока.